наступит самый долгожданный праздник детей и взрослых – Новый год. А это значит, нас вновь ждет встреча с главным его героем – Дед Морозом. Оказывается, изначально дедушка не был таким добрым и не всегда улыбался в бороду. Каким он был и как повлияли года на снежного пенсионера, узнаем из программы «Сиюн». Прямо сейчас отправляемся в наше историческое путешествие. Предками Деда Мороза в одних странах считают местных гномов, в других – средневековых странствующих жонглеров или бродячих продавцов детских игрушек. Среди предков старца есть и вполне реальный человек. В IV веке жил в турецком городе Мира архиепископ Николай. По преданию, это был очень добрый человек. Так однажды он спас трех дочерей бедствующего семейства, подбросив в окно их дома узелки с золотом. А кто же он такой, наш старый друг и добрый волшебник, российский Дед Мороз? Русский Мороз – персонаж славянского фольклора. Сурового бога зимы и северного ветра наши предки называли Трескун, Морозко, Студенец. Его представляли седовласым стариком, обязательно с бородой. Он ходил в белой одежде, такого серебристого цвета, она была свободная до пят. Без пояса тогда он еще был. И обязательно с посохом. А может быть, прапрадедом русского Деда Мороза был герой русских сказок Морозко или Мороз Красный Нос. Его представляли, конечно же, он олицетворял природу. То есть он был властителем с ноября по март, он был властителем природы, мог устроить зимнюю стужу, пургу, нагнать ветер, метель, проверял, как скованы льдом реки. Назвать его добрым не смог бы даже самый оптимистичный славянин. Ведь божественные обязанности входило не только замораживание рек и создание метели, но и похищение непослушных детей. А еще считалось, что от удара посоха трескуна в избах трескаются бревна. В общем, дедушка не всегда улыбался в бороду и носил в руках посох, а за плечами мешок с подарками. Первый Дед Мороз, который назывался Зимником, держал увесистую железную булаву. И если ему что-то не нравилось, применял ее по назначению. Такого сурового персонажа славянина-земледельца пытались задобрить, ведь снежная морозная зима в их представлении связывалась с будущим хорошим урожаем. Об этом судили по наличию рождественских или крещенских морозов. Поэтому в святки и чистый четверг было принято совершать обряд кликанья мороза. Его зазывали на трапезу и угощали ритуальной пищей, блинами и кутьей. Еда для мороза оставлялась на окне или на крыльце. Тогда же хозяина зимы просили не приходить летом и не портить урожай. Годы сделали дедушку сердобольнее. Более чем за 2000 лет невысокий, злой дед с седой бородой, бывший богом славян, с приходом христианства подрос и подобрел. И если раньше он дарил подарки только послушным и умным детям, озорников колотил палкой, то впоследствии палку он заменил на волшебный посох. В общем, изменился Мороз в лучшую сторону. Это произошло примерно во второй половине 19 века. Тогда в России задумали создать рождественского деда, который дарил бы подарки малышне. При Александре II упоминается старый Руприх, святой Николай или дедушка Никола. А в 1886 году впервые отмечается Морозко. И если раньше дедушка носил длинную толстую серебристую или белую шубу, то в конце 19-го, начале 20-х веков его шуба и шапка стали холодного синего цвета. И только к началу 20 века появляется знакомый нам образ Деда Мороза. После 1917 года одежда Деда Мороза стала красного цвета, под цвет интернационального пролетарского флага. Революционный красный был также символом труда, мужества, красоты и праздника. Мороз стал носить расшитую шубу до пят, валенки и боярскую шапку. Трехпалые рукавицы заменили красными варежками. Вместо жемчуга на шапке появились стеклянные алмазы и самоцветы. Обязательным элементом костюма стал пояс-кушак, а также красный мешок с подарками. У дедушки появляется не только свой фирменный костюм, но и транспортное средство. Хотя считается, что русский дед обязан ездить на тройке лошадей, есть в усадьбе и другие упряжные. Например, любимец хозяина – белый северный олень Лешка. После 1920-х годов жизнь снежного пенсионера могла закончиться трагически. Ведь в СССР началась антирелигиозная кампания. Не только Дед Мороз, но и елка стали рассматриваться как религиозный хлам и превратились в продукт антинародной деятельности капиталистов.
Но после нескольких лет запрета в 30-е годы в Советском Союзе вновь была разрешена елка с ее обязательным персонажем Дедом Морозом. В конце 1935 года после некоторых сомнений дедушку полностью реабилитировали. Волшебника восстановили в снежных правах. Хозяин зимы вновь стал в законе. Как выглядели первые Деды Морозы, можно увидеть на довоенных фотографиях. Один из таких снимков хранится в Ненецком краеведческом музее. Долгое время в детских садах Дедом Морозами были воспитатели. Вот здесь хорошо видно костюм, женские глаза, накладная борода и усы из мочала, брови большие, густые, белые, шапка и вот такой расписной кафтан. Тогда же появляется и неизменная спутница Деда Мороза – Снегурочка. И с тех пор холодный персонаж стал неодиноким. Дедушка! Внученька! Здравствуй, дорогой! Здравствуй, внученька! Первое совместное официальное появление Деда Мороза и внучки в качестве его помощницы произошло на встрече в 1937 году в Московском Доме Союзов. Вообще стоит отметить, что добрый старик имеет своих прототипов во многих других странах мира. А у милой светловолосой девушки такого прообраза не существует ни в мифологии, ни в легендах и сказках иных народов. Снегурочка – это исконно русское достояние. Существует несколько версий ее происхождения. Одна из них связана с древним славянским обрядом похорон Костромы, ритуального персонажа, символизирующего плодородие. По другой версии, истоки появления снежной красавицы восходят к языческим поверьям о мифологическом боге вод и ночного неба Варуне, который в некоторых легендах является прообразом Деда Мороза. Считается, что Снегурочка – это воплощение скованных льдом речных вод, таящих в себе наступление теплых весенних дней. В русском фольклоре Снегурочка является персонажем народной сказки о сделанной из снега девочке-снегурке, которая ожила. Этот сюжет был обработан и опубликован в 1869 году Афанасьевым во втором томе его труда «Поэтические воззрения славян на природу», в котором видны языческие корни этого персонажа. Снегурочка названа так потому, что родилась из снега. Кстати, с тех пор, как появилась Снегурочка и в личной жизни, у дедушки стало налаживаться. Ведь в отличие от своего зарубежного коллеги Санта Клауса, Мороз семейной жизни вполне счастлив. В женах у него сама красавица зима. Пройдет еще 30 лет, и Дедушка Мороз станет не только национальным героем, но и главным героем фильма сказки Александра Роу «Морозко». Леденящая душу история в сюжете моментально растопит сердца миллионов детей и взрослых по всему миру и станет любимой кинокартиной нескольких поколений. А тепло ты, девица? Тепло, батюшка Морозушка. Тепло! Кстати, дедушка за время своего существования не раз менял не только цвет наряда, но и место прописки. Изначально советского Деда Мороза молва поселила в Архангельске. И именно туда ежегодно летели тысячи писем от детей со всей страны. И лишь совсем недавно зимний волшебник переехал в Великий Устюг в Вологодской области. Теперь у дедушки есть не только своя благоустроенная резиденция, но и именной праздник – день рождения, который ежегодно отмечается 18 ноября, в день, когда зима вступает в свои права и ударяет морозы. С каждым годом Дед Мороз свою волшебную силу приумножая, не замораживая людям сердца, а наоборот согревая их своей любовью. Русский хозяин зимы несет нам такую теплоту своей славянской души, что сравнить ее можно лишь с теплом солнышка. Это была программа «Сиюн». Зов сердца. Встретимся ровно через неделю.